Тише. Ах. Вот он меня катал, а я его и взять-то не могу. А все почему? Потому что надо и грести без мотора был. Надо и грести, надо и спиннинг держать. Сегодня едем на Ветлугу порыбачить. Вот, приготовили лодку, рюкзак, снасти. Здесь еще мотор. Ждем транспорта. Поедем на каком-то вездеходе в ожидании, когда прибудет погода. Какой будет клюв, будет видно. До свидания, Игорь. До свидания, Артем. Ну вот мы и на Ветлуге. Спустили лодку. Мотор завелся. Оп, рыба плещется уже. Едем на место. Вот мы и приехали, да? Да. Во, водичка. Все хорошо? Да. Нет. Это я, Николай Евгеньевич Жиров. Приехал на рыбалку. На Ветлугу. Да. Вот сейчас поставим. Что не то. Вот что не то и поймаем. Ах. Снимай. Да чё ты? Ты ё. Ну вон наверху такая же хорошая есть. Вот. Левее, сзади. Сзади тебя? У меня нажата нет. У меня есть. Это вот называется жерлицы. Или в основном раньше это назывались, ну где как, животь, так сказать. А почему животь? Потому что вот ставят на рыбку. Вот мы, допустим, там живец любой, карась отлично. Отлично. Окунь. Вот. Пискарь.
Ну, такие, как белые рыбы, там, допустим, плотва или там елец, они вроде бы и хорошо, а в то же время они плохо. Они засыпают быстро и начинают ходить кругами кверху. Кругами поднимается и запутывает леску. А вот карась с окунем, тот нет, тот сразу же по сторонам начинает дергаться. Он никогда, редко когда запутывает. Вот, вот мы его насадили. А сейчас сюда аккуратненько. Вот, он плавает где-то на глубине полметра отсюда. Вот, а здесь она дернет и распутывает лесочку. Будут коряк, конечно, много, но что ж делать. Попробуем. Распутаем, потом ей попадется. Распутаем, нет, что ж делать. А смотри, чей-то след. Вот. Видишь, на песке. Маленький. Зверушка какая-то. Выдра? Выдра, вот он. Вот выдра. Вот она вылезла здесь. Вот след. Вот, вот он след. Дальше не видно. Здесь она вот поела, попила и ушла обратно. Вот здесь яр. И глубина здесь порядком 6 метров. Это в свое время, это давненько было, у меня лодка была одноместная, полуторка вернее. И вот я здесь на спиннинг бросил резинку, твистер красненький, небольшой. И, видимо, попал ему как раз саму в пасть. Вот. И он давай меня вот отсюда покатил туда, там я побыл, он обратно сюда вернулся. Здесь побыл, опять туда поехал и опять сюда, на одно и то же место. И вот он меня катал-катал, а я его и взять-то не могу. А все почему? Потому что надо и гребсти, без мотора был. Надо и гребсти, надо и спиннинг держать. Вот. Я сижу вот. А тут. Женька? Что, он далеко был? А Женька вот здесь, племянник у меня был, кричит: «Коль, чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Чем ты мне можешь помочь?» «Ничем». Вот. И лодка вот так же встала, вот где Игорь сидит, тут я сидел. И вот у меня спиннинг вот стоял и туда ушло, ну, на глубине, туда ушел этот конец спиннинга, вот. Постоял, постоял, я его пытался всяко поднять со дна, никак не мог, и бил по удильнику, и всяко никак. Вот. Постоял, постоял, и вот сзади меня был всплеск хвоста, а удильник у меня вот здесь был. Вот какой он был, он оторвал, конечно, все. Какой он был, неизвестно, какого он размера был, но чувствуется приличный. Вот он ушел. Конечно, надо было мне попробовать, когда он меня потащил на мель, взять и там выпрыгнуть с лодки-то. Что-то с ней, с лодкой, выпрыгнуть бы, может, на мели-то. Я бы стоял на ногах, мог бы его вытащить. Мог, ну, не знаю, уж больно крупный он был. Что тут гадать? Да, гадать тут нечего. Крупный был. Потому что здесь рыба крупная очень водится. Вот. А рыбы много, и всякой рыбы. И самые. Только другое дело, попадается он или нет. Другое дело попадается. Все зависит от того, будешь ловить или нет. Если ловишь, попадется. Когда-нибудь туда попадется. А если дома сидеть на диване, то может и не попасться. Вот, вот такие дела наши рыбацкие. Вот сейчас я тут опущу. Ловись, рыбка большая и маленькая. Вот, все. Ну, с Богом давай. И вот мы сейчас. Сейчас начнем спиннингом будем ловить. Не успели. Вот попалась сейчас, вот случайно, видимо, потому что промахнулась. И вот за что зацепилась. Да так крепко зацепилась. Опа, тише, тише, тише. Опа. Как сейчас не отцепишь. Но мы, конечно, это у нас не показной фильм. Семья тоже кушать хочет. Мы ее оставим. Вот раз прошлись вдоль крутого берега по корягам, поймали одну щучку, щуренка. Поднимаемся наверх.
Они ж плывут. Вроде нет. Надо начинать. Жерлица на месте. Не размотана. Да. Пока никто не позарился. Ну ладно, будем ждать. Чувствую, у меня фонарик уйдет на дно морское. Антон Семенович, с Богом. Давай, Ида, затолкай меня. Сейчас я встану. Слушай.